Не мы спрям то хуево начали делать. Заняли положение, На телепорте. Нет. Я его на финал позову. С ней вместе. Да. Какой мем тот? Какой мент, блядь? Короче, блядь, не отвлекай. Тут анализ идет. Жесткий. Да. Ну я уже выиграл все. У Альфа слабая сторона чаще.
Тоха ли хули? Тут ударение надо поставить грамотно. Спаковский. Анализ Спаковский. Ну, октагон они точно возьмут. Но это не точно. Ну смотри, КД какое. Конечно, не надо списывать. Пока что самыми слабыми тимами кажутся Егоры и Сентры. Сам Сентры что-то играет. Никак надо. Ну вот,
Merde. Зато Resident играет. Какой раз, третий был. Пломбир заливает чуть. Пломбир не съел. Бля, негатив сегодня так играл, я охуел. Я думал, там Эвил сидит. Он еще долго будет идти. Годом до 23-го.
я разобрался. Нет, что ли, пошел? Не, хочешь на кап залететь? На следующий. Мы тебя с Евгеном возьмем. Короче, блять, видимо, он проголосовал за этого пидора, и его взломали. Я, в принципе, на сайт зашел и сам подумал, что что-то как-то мутновато. Ты мне только подтвердил. Не, я на самом деле еще до этого даже понял до сайта. Знаешь почему? Потому что мне он писал на шведском. Видимо, его какой-то швед сломал и от его аккаунта писал всем. Team wins.